город Балхаш, улица Ағбай Батыры. Справа через дорогу это Рабочий, а слева микрорайон Жидибай Батыра. Я иду по улице Ағбай Батыры. Впереди там рекламную такую штуку делают, не знаю, на билборд или на что. Придется обойти их. А, наверное, вот сюда будет вешать. Пахнет такой свежей краской. Вот эта штука. Рекламное полотно вот пахнет свежей краской. Солнышко светит ярко. Соленые семечки. Иду по улице Ағбай Батыра, а слева от меня микрорайон Жидибай Батыр. Маркировка идет вот микрорайон Жидибай Батыр 14, вот в этом доме. Шумят машины. Забор, да? Слева магазин Береке. По-моему, он был в советское время. Рабочий вот изменился. Магазин и этот. Человек с вредными привычками. То ли ремонтируют, то ли разрушено. Ресторан Атилла. Надо же. Это справа, через дорогу. Лучше будет ракурс. Вот отсюда Атилла, садик с пикой.
широкий тротуар такой. Автобус номер 16 идет. Ну, сейчас дойду до перекрестка и там завершу съемку. Вот рабочие задрапировали вот таким забором. Вот на этом тополе уже листочки появились. Вчерашнее похолодание выдержали. Магазин Миредо. Да, скрипичный ключ еще такой, ре. Буква Р так, как скрипичный ключ. Мойка. Остановочка такая. А, ну Хазбек пьет. А моя батара 49. Перекресток, улица Кадыржанова, написано, видно отсюда, Кадыржанов кучусь. Вот перекресток. И перекресток Арбай Батыра и Кадыржанова, да? Я завершаю.